Посмотрите, тут должен быть оставлен пропуск на Варакина. Что, нет? Но этого не может быть. Я только что заказывал. Посмотрите еще. На вас пропуска нет. Алло, это Варакин. Я в проходной, а пропуска нет. Я же вам все объяснил полчаса тому назад. Я Варакин, с Московского машиностроительного. Приехал сюда в командировку по поводу кондиционера. Ну, вы нам кондиционера поставляете. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, жду. Товарищ Варакин, проходите. Здравствуйте. Ниночка, срочно в приказ. Угу. С Павлом Павловичем я уже договорился. Угу. Вы по какому вопросу? Так вы по какому вопросу? Я с Московского машиностроительного по поводу кондиционеров. Сейчас доложу. Павел Павлович, тут представитель Московского машиностроительного. Впустите. Проходите, пожалуйста. Слушаю вас. Слушаю вас. Понимаете, я с Московского машиностроительного. Наш директор вам звонил. Это по поводу кондиционеров, которые вы нам поставляете. Мы вам кондиционеры поставляем. Ну да, уже 15 лет. Прекрасно. Ну, а что вы еще хотите? Мы хотим, чтобы вы изменили панель задней стенки. Зачем? Ну, у нас же хозрасчет. Ага. Мы изменили всю технологию. И теперь ваша панель с нашей не монтируется. Ну, мы вам звонили, посылали чертежи, вы просили прислать представителя, чтобы уточнить все, так сказать, на месте. Вот я и приехал. Ну, я думаю, мы это оперативно решим. Сейчас я разыщу главного инженера. Нина, Нина, Нина. Даже она подевалась. Вы меня простите. Да. Дело в том, что ваша секретарша там сидит совершенно обнаженная. Как обнаженная?
Ну, голая. Совсем голая. В каком смысле? В прямом. Без одежды. Сидит и печатает, как ни в чем не бывало. Что вы говорите? Павел Павлович, вам из горосполкома звонили. Просили позвонить. У меня народ. Значит, говорите, голые? Ну, снимите, посмотрите. Действительно голая. На чем мы остановились? Да, главный инженер. Ниночка, соедини меня с главным инженером. Так у нас же его нет, Павел Павлович. Куда же он делся? Умер. Когда? Да уж месяцев 8. Что ты говоришь? Видите, какое у нас несчастье. Ниночка, от чего же он умер? В речке утонул. Да. Ну что, ваше дело усложняется? Давайте так. Вы приедете к нам через 2 недели. Мы с главным инженером отработаем этот вопрос и оперативно решим. Идет? Алло. Да, заказывал. Алло, Наташа. Нормально устроился, все в порядке. Почему заболел? Нормальный голос. Сегодня выезжаю. А вот нет, не сделал. Да сам не пойму, чушь какая-то. Ну, в общем, приеду, все расскажу. Это очень смешно. Сегодня выезжаю. Пока. Пока. Вот черт. Давайте без меню. Сразу примите заказ, я очень спешу. Пожалуйста. Значит, закуска, что там у вас есть? Борщ или солянка? Солянка есть. Давайте солянку. И на второе мясо какое-нибудь, нежирное. Бифштекс рублей. Давайте бифштекс. Бутылка минеральной и чай. А что, на десерт будете? Ничего, спасибо. У нас пирожные свежие. Спасибо, ничего не надо. Больше заказов не принимаем, товарищи. У нас через 10 минут перерыв.
чай и десерт. Какой десерт? Я ничего не заказывал. Не беспокойся, это в счет не входит. Просто маленький презент от нашего повара. Что это? Торт. Специально для вас приготовил. Вы ему очень понравились. Вон из кухни выглядывает. Бывает такое. Просто понравился человек человеку. Возникла, так сказать, симпатия. Посчитайте мне. Да вы попробуйте. Я прошу дать мне счет. Ну, хоть кусочек. А то наш повар покончить с собой. Слушайте, прекратите мало чепуху. Значит, вы не были знакомы с Николаевым? Нет. Никогда с ним раньше не встречались? Нет. Никогда. Да я вообще впервые в вашем городе. У меня поезд вечером, я зашел пообедать, и вот такая история. Официант Курдюмов показывает, что предупреждал вас о том, что Николаев может покончить с собой, если вы не попробуете торт. Да. Он предупреждал, но я как-то не придал этому значения. Все было так нелепо. Абсурд какой-то. Да. Коллеги характеризуют Николаева как выдержанного, уравновешенного человека, активиста общества трезвости, первоклассного специалиста. Если бы я знал, что все так обернется, я бы, конечно, съел этот злосчастный торт. Ну, хорошо. Распишитесь здесь и можете идти. С моих слов записано верно и прочитано. И подпись. Если понадобится, мы вас вызовем. А мне один купейный до Москвы. Билетов нет. Да мне все равно какой, свой, плацкартный. Никаких нет. А где у вас начальник вокзала? Начальник не поможет.
Куда? На ближайшую железнодорожную станцию. Все, приехали. Дальше ехать не имею права. Видите, кирпич поставить. Ну что, поворачивать? А далеко до станции? Километра полтора, не больше. Тогда я пойду пешком. Спасибо. Здравствуйте. Вечер добрый. Вы не подскажете, где здесь станция? Здесь нет станции. Здесь наш краеведческий музей. Но мне сказали, что где-то поблизости есть станция. Никогда здесь не было станции. Это заповедная зона. Не желаете осмотреть экспозицию? Скажите, а как я могу добраться до города? Никак. Автобус уже не ходит. А как же вы доберетесь? Я здесь живу, при музее. Впрочем, если вам непременно надо в город, здесь неподалеку живет одна дама. Случается, по вечерам она ездит в город на своей машине. Я могу узнать, может быть, она и сегодня приедет. Будьте любезны. Алло, Анна, это я. Вы не едете сегодня в город? Тут у меня симпатичный молодой человек. Вы не захватите его по дороге? Благодарю. Все улажено. Через час мы за вами
заедет. А пока можете ознакомиться с экспозицией. Билет стоит 30 копеек. Куда это мы? Осмотр экспозиции начинается на глубине 28 метров. Это что, специально для музея шахту копали? Разумеется, нет. В 19 веке здесь добывали уголь. При проходке ствола рабочие наткнулись на древние захоронения. Купец Бутов, страстный поклонник археологии, незамедлительно скупил все земли в округе. И, продолжив раскопки, собственно, и положил начало основанию музея. Прошу вас, где у нас тот свет? А? Наиболее древние находки, обнаруженные на территории нашего города, относятся к периоду падения Трои. В этом саркофаге захоронен один из троянских царей Дардан. Подождите, а как здесь очутились троянцы? Как неопровержимо доказал профессор Ротенберг, часть троянцев после падения Трои пошла на север и, достигнув здешних мест, основала первое поселение на месте нашего города. Здесь вы видите надпись «Дардан, сын Гелена, внук Приама». Такая же надпись присутствует и на щите, найденном Бутовым подле саркофага. Пойдемте дальше. Вторая когорта 14-го марсового сдвоенного легиона. Постойте, это что же, римляне, что ли? Совершенно верно. Это та самая когорта, о бесследном исчезновении которой по пути из Британии на Кавказ докладывал Нерону, командующий легионом Тит Рубрий. Останки же этой когорты были обнаружены Бутовым при проходке второго ствола. Что за чушь? Ведь римляне никогда не были на территории СССР. Скульптурные портреты восстановлены нашим художником Игорем Рюмином по методу профессора Герасимова. Продолжим осмотр экспозиции. Кровать Атилы, на которой предводитель гуннов надругался над вестготской королевой на глазах своей орды. Профессор Ротенберг обнаружил на ней остатки семени, по которому он вывел формулу ДНК, ввел данные в компьютер и получил абсолютный, достоверный образ Атилы. Первые исполнители рок-н-ролла в нашем городе. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Николай Смородинов, секретарь горкома комсомола, исключивший их из рядов ВЛКСМ. Пистолет Петра Урусова, из которого он застрелил Лжедмитрия II. Тут же голова самозванца. А голова-то у вас откуда взялась? После гибели Лжедмитрия Марина Мнишек приказала своему лекарю Измаилу бальзамировать голову мужа. Любовник Марины Мнишек, атаман Заруцкой, проиграл голову в карты.
польскому Улану Белецкому. При осаде Кремля ополченцами Минина и Пожарского Белецкий был убит. И голова досталась Федору Кузьмину. Стрельцу, уроженцу нашего города. Его здесь нет. Пошли дальше. Здесь вы видите киевского князя Владимира в момент принятия им исторического решения о введении на Руси христианства. Знаменитый русский боевик, член «Черного передела», уроженец нашего города Никифор Петров, был выдан царской охранке главой боевой организации эсеров-провокатора Мазепом. Умер на каторге. А это сам Азеф. Здесь же его любовница, актриса Кафешантана, госпожа Н. Монах Юлиан, посол и разведчик венгерского короля Бела IV в России. Еще один представитель нашего города, товарищ Бурцев, комендант отеля «Флоренция» в Москве. В 1918 году здесь проходила конференция анархистов. Здесь вы видите товарища Бурцева. Вон он входит в дверь с подушкой. В конференции принял участие батька Махно. Вон он разговаривает с командиром еврейской повстанческой батареи его армии Абрамом Шнейдером. А слева от него знаменитый Коврюша, командир «Черной сотни» батьки, который утверждал, что зарубит собственных мать и отца, если только батька прикажет. Первый стахановец нашего города. Егор Быков. Здесь вы видите квартиру рабочего железнодорожных мастерских Порфирия Куридзе. На этой квартире Иосиф Сталин, совершивший побег из ссылки, провел в ноябре 1904 года одну ночь в нашем городе. На рассвете он поднял тост. Скоро рассвет, скоро встанет солнце. Это солнце будет сиять для нас. Сын Горького, родной брат Свердлова. 30-е годы посол Франции в Китае. А это кто такой? Это председатель нашей писательской организации Василий Чигунов на своей даче. Начинал он как поэт. 10 марта 1938 года в «Огоньке» было напечатано его первое стихотворение «Приговор народа». Штыки охраны мы в Октябрьском зале. Судейский стон, сталь прокурорских фраз. Так значит, сколько вы у немцев взяли, чтоб родину продать в который раз? И злость в глазах блеснула и погасла, и подсудимые не смотрят в зал. Да, мы стекло подмешивали в масло. Да, Горького убить я приказал. Я деньги брал за шпионаж в Рейхсвере. Террор, вредительство, измена, яд. Они сидят, как пойманные звери. Они по очереди говорят: Чернов, Ягода, Розенгольц, Бухарин. И вот уж тают лиц людских черты. Чудовищные, дьявольские хари перед собой невольно видишь ты. В 1949 году Василий Чигунов был обвинен в космополитизме за исторический роман «Кандалы Кефельбекера». В 1956 был реабилитирован. Первый председатель нашего ревкома,
принимавший участие в ликвидации императорской семьи, Михаил Иванович Зверев. Здесь вы видите его на встрече ударников строительства Беломоро-Балтийского канала с руководством стройки. Он стоит с гармошкой слева от начальника ГУЛАГа АГПУ товарища Бермана. Именно на этой встрече руководитель стройки замначальника АГПУ Ягода сказал: «Исправительно-трудовые лагеря АГПУ являются пионерами по культурному освоению наших отдаленных окраин». Здесь еще один уроженец нашего города, академик Фомин, который обсуждает в 1934 году с товарищами Хрущевым и Кагановичем проект возведения на Красной площади величественного здания Наркомтяжпрома. Майор Соколов тоже родился в нашем городе. Обеспечивая воздушное прикрытие англо-американского конвоя в сентябре 1942 года, принял бой с 10 немецкими самолетами, сбил 6 из них и смертельно раненый посадил свой истребитель в торосах южнее Шпицбергена. Антонина Петухова, она же Мартышка. Первая гражданка нашего города, задержанная во время фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году за связь с иностранцами. Композиция нашего скульптора Троицкого под названием «Грёзы». Thank you.
Прошу вас. Прошу. Странно, а где же Анна? Ничего не понимаю. Обычно она такая пунктуальная. Может быть, передумала ехать в город? Ну, ничего. Можете здесь переночевать. А где это здесь? Здесь неподалеку наш электрик живет. У них большой дом. Переночуете, а утром поедете в город на автобусе. Так, может быть, можно прямо сейчас уехать? Нет, сейчас никак не выберетесь. До шоссе 15 километров. Идемте, я провожу вас и договорюсь о ночлеге. Угощайтесь, угощайтесь. Спасибо. Как вас в наши-то края на ночь глядя занесло? Турист, что ли? Нет. Слушайте. Спасибо. Попросил таксиста довезти до ближайшей станции. Он привез сюда. Да у нас никакой станции в помине нет. Станция-то в Перебродине, а у нас Перебродово. Вот таксисты и путают. Таксист-то молодой был? Здравствуй. Молодой? Ну, обычное дело. Хозяин. У тебя же там картошка. Наверное, уже сгорела. Несу. Как насчет по рюмочке? Нет, спасибо. Я не пью. Собственного приготовления. Никогда не уедете из нашего города. Что? Вы никогда не уедете отсюда. Вы умрете в 2015 году и будете похоронены на городском кладбище. Я вижу вашу могилу и нагробье. На ней написано «Воронин Алексей Михайлович». 1945-2015 год. Любимому папе от дочерей Юлии, Наташи, Тамары и Зинаиды. Ирминная. А ты чего здесь сидишь? А ну-ка, марш спать. Времени 10 часов, а он здесь сидит. Спокойной ночи. Миша, зубы почистить не забудь. Ну, со свиданницем. Извините, где у вас тут можно лечь? Как? Вы уже хотите спать? Извините, я очень устал. Да вы же ничего не поели. Еще попробуйте картошку. У нас своя рассыпчатая. Спасибо, я сыт. Просто очень устал. Ну, я вас провожу. Спасибо. Вот полотенце. Располагайтесь. Спасибо. А это кто? Вы знаете, не знаю. Дом этот мы купили. Виктор его на чердаке нашел и здесь повесил. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Извините. За вами приехали. Меня зовут Анна. Извините, что не смогла за вами заехать в музей, у меня колесо спустило. Если вы не передумали, я могу вас отвезти в город сейчас. Извините, вы не могли бы отвезти меня в Перебродино? Вам надо на станцию? Да, мне надо уехать в Москву.
Перебродино останавливаются два московских поезда. Адлерский и Тбилисский. Ну и очень хорошо. Вы чем-то расстроены? Расстроен? Нет. Скорее, удивлен. Скажите, а вам никогда не предсказывали будущее? Мне? Нет. Но я читала, что французский врач Нострадамус еще в 16 веке предсказал появление Гитлера. За нами кто-то едет. Они сигналят, чтобы мы остановились. Товарищ Варакин? Да. Прошу пересесть в нашу машину. У нас появились новые данные, необходимо кое-что уточнить. Узнаете? Это я. Совершенно верно. Фотография была обнаружена в бумагах покойного повара Николаева. Как она у него оказалась? Вот это-то нас интересует. Вы же утверждали, что никогда не были знакомы с поваром. Нет. Никогда. Как же объяснить вот это дорогому отцу от Махмуда? Что? Выходит, что вы сын повара Махмуд? Что за ерунда? Какой сын? Какой Махмуд? Экспертиза установила идентичность почерка на фотографии и вашего почерка. В деле имеется акт. Послушайте, это какое-то недоразумение. Я никогда этого повара в глаза не видал. Мой отец, Варакин, Михаил Алексеевич, никогда поваром не был. Он инженер. Как же объяснить, что фотография с вашей надписью оказалась у Николаева? Я не знаю. Но, может быть, вы все-таки встречались когда-нибудь с поваром? Да никогда, ну клянусь вам. Никогда. Да. Я вынужден взять с вас подписку о невыезде. Ну, как же так? Ну, это же ошибка. Да вы не волнуйтесь. Мы во всем разберемся. Но мне надо в Москву. Я вынужден взять с вас подписку о невыезде. Однако вы можете обжаловать мои действия у прокурора города.
Здравствуйте, Алексей Михайлович. Здравствуйте. Прошу. Спасибо. Я знаком с делом, по которому вы хотели меня видеть. Странное дело. Понимаете, это какое-то недоразумение. Я к этому происшествию не имею никакого отношения. Я вообще оказался там случайно. Мне срочно надо в Москву. Угу. Алексей Михайлович. Вот вам никогда не хотелось совершить преступление? Зачем? А просто так. Сделать что-нибудь преступное. Ну, не знаю, украсть магнитофон, напасть на милиционера. А зачем мне на милиционера нападать? Ну, милиционер — это так, к слову. Вы представляете? Я, прокурор, мечтаю совершить преступление. Всю жизнь наказываю преступников, а в душе им завидую. Парадокс, достойный пера романиста. Да, хорошо бы совершить что-нибудь такое сумасшедшее, чего от тебя совсем никто не ждет. Ну, хорошо, вернемся к нашему делу. Значит, вы хотите, чтобы я разрешил вам вернуться в Москву? Да. Алексей Михайлович, а вот не кажется ли вам, что вы были свидетелем не самоубийства, а убийства? Что? Убийство. Но я же сам видел, как он застрелился. Ну, в том-то и дело, что вы этого не видели. Вспомните, как это происходило. Ваш чай и десерт. Какой десерт? Я не заказывал. Не беспокойтесь, это в счет не входит. Просто маленький презент от нашего повара. Что это? Торт. Стоп! Почему заиграл джаз? Не знаю. Наверное, у них была репетиция. Никакого джаза в ресторане Днепр нет и никогда не было. Но они же играли. А может быть, эти люди только изображали, что играют, а на самом деле звучала фонограмма. Но зачем? Чтобы вы не услышали выстрела, который в этот момент раздался на кухне. Первый выстрел в этой истории. Даже если Николаева убили. Зачем понадобился весь этот цирк? Во-первых, я не утверждаю, что его убили. Это всего лишь версия. Действительно, вся эта история выглядит достаточно нелепо, чтобы предположить в ней продуманное убийство.
Но, может быть, именно на этом и строился расчет злоумышленников. Им надо было внушить вам, постороннему человеку, что вы являетесь свидетелем самоубийства. И они своего добились. Николай Иванович, мне надо в Москву. Вы, я вижу, недопонимаете всю серьезность дела Николаева. Оно касается интересов государства. Начиная со времен татаро-монгольского нашествия, основная идея, которая всех нас объединяет, идея, которой служили поколения наших предков, это идея государственности. Могучее, великое государство – это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь. Это иррациональная идея. Это не то прагматическое европейское стремление извлечь максимальную выгоду для себя лично. Это идея российского духа, который подчиняет и растворяет в себе вашу, мою индивидуальность. Но взамен и вам, и мне дает во сто крат больше. Он дает ощущение причастности к великому организму, дает ощущение духа, дает ощущение силы и бессмертия. Запад всегда стремился скомпрометировать идею нашей государственности. Но самая большая опасность для нашей идеи заключается не в Западе, а в нас самих. Это мы сами хватаем все эти бесконечные, модные западные идейки, соблазняясь их очевидной практичностью, рациональностью, не соображая при этом, что именно в этом заключена их губительная для нас сила. Ну ничего, наша собственная идея в конечном счете всегда берет верх. Вы посмотрите, все наши революции в конечном счете приводили не к разрушению, а к укреплению и усилению государства. И так будет всегда. Да. Немногие понимают, что сейчас один из самых критических моментов нашей истории. И дело повара Николаева, на первый взгляд, совершенно пустяшное, имеет чрезвычайно глубокий смысл. Так что, Алексей Михайлович, вам никак нельзя уезжать из города. Что я должен делать? Ничего. Единственная просьба. Если кто-нибудь спросит, не отрицайте, что вы сын повара. Махмуд. Вы кто? Мы пельмени сделаем, а ты вина возьми. Слушайте, прекратите хулиганить.
Я к вам по делу. Вас хочет видеть писатель Чугунов Василий Николаевич. Зачем? Это очень важно для вас. Я на машине, мы можем поехать прямо сейчас. Я никуда не поеду. Я вас умоляю. Речь идет о вашем отце Николаеве. Алексей Михайлович? Да. Рад с вами познакомиться. Чугунов? Прошу. Прошу вас. Я знаю, вы были свидетелем самоубийства повара Николаева. Дело в том, что Николаев был первым исполнителем рок-н-ролла в нашем городе. Это случилось во Дворце культуры имени Жданова 18 мая 57 года. Вот смотрите. Это был обычный молодежный вечер. Ну, знаете, собираются молодые люди, танцуют, веселятся. До сих пор непонятно, каким образом там оказался Николаев. Ему уже было 27 лет, он был старшим лейтенантом ОБХСС, но, как бы то ни было, он там оказался. Вот смотрите, Николаев идет по залу. Смотрите, смотрите, сейчас начнется. Видите, музыка вальса неожиданно оборвалась, зазвучал рок-н-ролл. Видите, все в растерянности. Так и неизвестно, кто подменил музыку в радиорубке. Теперь смотрите, что делает Николаев. Ничего подобного наш город не видел со времен мятежа левых эсеров. А теперь взгляните вон на того молодого человека. Секретарь нашего горкома комсомола Николай Смородинов. На следующий день он исключил Николаева и его партнершу из комсомола. Николаев был уволен из милиции, а Лида Шулакова отчислена из медучилища. Она пыталась покончить с собой, выпила уксус. Ее спасли, но голосовые связки ее были обожжены, и она уже никогда не смогла говорить. Николаев устроился работать в столовую, потом в ресторан. Был смирным и притихшим. Но я-то знал, рано или поздно он что-нибудь да выкинет. И я не ошибся.
устроить такой спектакль собственной смерти, на такое мог быть способен только он. А вы знаете, прокурор считает, что Николаева убили. А вы знаете, что наш прокурор и есть тот самый Смородинов, который исключил Шулакову и Николаева из комсомола? Все это очень интересно, но я не понимаю, какое я имею ко всему этому отношение. Дело в том, что сегодня в нашем городе открывается клуб поклонников рок-н-ролла имени Николаева. И мне бы хотелось, чтобы вы выступили на его открытии. Я? Но почему я? Но вы же сын Николаева. Ну что ж, пойдемте на эстраду. Пора начинать. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Спасибо, что пришли. Николай Иванович, здравствуйте. А? Что, будете выступать? Что мне делать, Николай Иванович? Ведь это же глупость какая-то получается. Ну, что я могу сказать о человеке, которого совсем не знаю? Ну, скажите пару слов, что обычно говорят в таких случаях. Что он был хороший человек и тому подобное. Но ведь я же должен говорить о нем как о собственном отце. Алексей Михайлович! Алексей Михайлович! Мы вас ждем! Сегодня в нашем городе открывается клуб поклонников рок-н-ролла. Это еще одна большая победа демократии. Через эпохи сталинизма, волюнтаризма, субъективизма, застоя мы пронесли страстное желание танцевать, чего мы хотим. Друзья, первым, кто станцевал рок-н-ролл в нашем городе, был повар Николаев. Первому всегда трудно. Но за первым появляется второй. И в этом великая логика исторического прогресса, остановить который невозможно. Позвольте предоставить слово сыну повара Николаева. Товарищи, должен сказать честно, я недостаточно хорошо знал этого замечательного человека. Так сложилась жизнь, что виделись мы с ним редко. Всего один раз. Он был очень хорошим человеком. Поваром хорошим. Я ел солянку, бифштекс очень неплохой. Как вам сказать? Танцевал когда-то, когда учился в техникуме. Танцуйте! Алисита, станцуйте! Rock, rock, rock! 1, 2, 3, rock, over, rock, rock! 5, 6, 7, 8!
Прошу тишины. Никогда. Никогда он не мог бы застрелиться. Кишка у него была тонка. Вот смотрите, как это делается. Здравствуйте, нам Варакина. Это я. Можно нам войти? Пожалуйста. Присаживайтесь. Меня зовут Лидия Шулакова. А это мой сын. Она имеет в виду меня. И что вам надо? Я та самая Лидия Шулакова, которая танцевала рок-н-ролл с Николаевым. За это меня исключили из медучилища. Я выпила уксус и потеряла голос. А, припоминаю, мне рассказывал про вас Чугунов. У меня осталось несколько вещей Николаева. Они мне очень дороги. Но я хочу подарить их вам. Спасибо. Вообще-то, знаете, если эти вещи вам так дороги, может быть, вы оставите их себе? Спасибо вам за то, что вы такой же, как он. Вы сохранили наши
идеалы. Я хочу с вами станцевать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот как раз и Варакин Алексей Михайлович. Рад познакомиться, Иванов Степан Филиппович. Наш председатель горосполкома. Да ладно, Василий. А это Лидия Шулакова, та самая. Рад, рад. Давно хотел познакомиться. Спасибо, что приехали. Спасибо, что помогли. Дело еще далеко не закончено, Степан Филиппович. Да, это верно. Работы еще очень много. Но сдвиги есть. Это главное. Сам факт реабилитации рок-н-ролла имеет большое политическое значение. Нельзя на этом успокаиваться, Степан Филиппович. А мы не успокаиваемся, Василий. Прошу. Спасибо. Спасибо. О, герой дня. А ты зачем сюда пришел? Я пришел к Алексею Михайловичу по делу. Ну, раз по делу, проходи. Что, что Николай так опозорился? Вить, сделай погромче. Загубите Россию. Это вы ее губите! Ну, хватит, хватит. Все. Надолго к нам, Алексей Михайлович? Вот. Вообще-то, знаете, мне надо быть в Москве. Вы не могли бы помочь мне уехать? Нельзя вам сейчас уезжать. Послушайте, Степан Филиппович, мне бы хотелось переговорить с вами наедине. Это очень важно. Пожалуйста, к вашим услугам. Мы могли бы переговорить буквально сейчас. Я готов. Тогда, может быть, выйдем в коридор? Здрасте. О, здорово, Павел. Алексей Михайлович, иду сейчас по этажу, вижу, девушки у вашей двери караулят. Я пригласил их. Спасибо. Здрасте. О! Это мы вам звонили, помните? Вот мы пельмени сделали и пиво взяли. Пельмени – это хорошо. Что ж ты, Николай, так опозорился? Отвяжись. Ну что ж, давайте пить пиво. Позвольте. За прогресс. Я пить не буду. Почему? За это я пить не буду. Ну и черт с ним. За прогресс не хочешь выпить, так выпей за маму. За маму выпью. А что с пельменями делать? Тарелок-то нет. А вот ложка. Берите и ешьте прямо из кастрюли. Так.
Алексей Михайлович, а мы к вам по делу. Вот Тамара хочет поменять свою комнату на комнату в Тбилиси. Вы не посодействуете? Это только через тройной обмен. Напрямую никто не будет меняться. А мы Тамару в Тбилиси не отпустим. Нам такие красивые девушки самим нужны. Нет, серьезно, я вижу, вы депутат. Сейчас я не депутат, а всего-навсего влюбленный мужчина. О, сразу и влюбленный. Кстати, Степан Филиппович, раз уж о деле заговорили, у нас же главного инженера нет. Да. А мы еще спеть вам хотели. А давайте я спою. Да ты уж сиди. Нет, поет он как раз неплохо. Соколовский хор Уяра был когда-то знаменит. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая не годится никуда. Здрасте. Здрасте. Нельзя ли к вам присоединиться? А вы кто такие? Мы в соседнем номере живем. Экспедиторы из Киев-Обл Рема. Вот услышали, что вы тут поете, решили заглянуть. Ну и молодцы. А у нас пиво. А вы откуда будете? Да мы местные. Я председатель горосполкома, это наш городской прокурор, это директор ЗМЗ, а это Чугунов, председатель местный, как я... ПИС? Писательской? Да, писательской организации. Так что все свои. Но Варакин-то не наш. Ах да, Варакин Алексей Михайлович, сын повара Николаева. Как возьмет! Очень приятная компания. Я не понимаю, вообще слушать будете или нет? Мы поем, вы тут болтаете. Вы какую-то ерунду поете. Тогда пойте сами. Ну ладно, Николай, ты тут не это... Давай пой. А что петь-то все не слушать? Как возьми... Какую песню вы хотели бы послушать, Алексей Михайлович? Я? Ночь светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши, изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Под луной расцвели голубые цветы, они в сердце моем пробуждают мечты. В эту лунную ночь, милый друг, нежный друг, ты как прежде люби, вспоминай обо мне. А давайте пойдем к дубу. Алексей Михайлович, у нас тут дуб есть, под которым еще Дмитрий Донской сидел. Правильно. Пойдемте. Mm-hmm.
Этому дубу 1200 лет. В дохристианские времена это дерево считалось священным. Тот, кто срывал с него ветвь, становился вождем племени. Но для того, чтобы сохранить свою власть, он должен был потом днем и ночью охранять его. Разумеется, рано или поздно кто-нибудь убивал его, срывал ветвь, становился новым вождем. В более цивилизованные времена этот обычай потерял свое значение, однако Дмитрий Донской, а позднее Иван Грозный, бывшие в этих местах, срывали ветви с нашего дуба. После 17-го года дерево охраняется государством. Ой, а можно веточку на память? Чего нельзя, того нельзя. Ой, ну самую маленькую. Пусть сорвет. Ну уж если горосполком разрешает. Черт! Совсем сгнил. Потому что поливать надо. Но раз уж отвалилось, берите все. Маленькая вроде. Вот, хорошая ветка. Спасибо. Можно я для брата возьму? Бери. Бегите. Бегите, я вам говорю. Куда? Thank you.
Mm-hmm.